Приветствую всех, всем здравия, друзья. 15 минут 8 утра, мы едем со смены. Москва, улица Большая Тульская. Ну что ж, тема сегодняшнего ролика — край лета. Это видно по названию. Да, сегодня 31 августа. И время подвести небольшие итоги уходящего лета. Погода классная стоит в эти дни. Всем приветы. Ну что, красной чертой этого лета, конечно же, была поездка в Дедеркой. Классное время, 21 день. Вот, классно. Кстати, Наташа выложила Иванова ролик вчера под Дедеркой, я смотрел. Ну, в принципе, там все так же. Ну, тоже чувствуется осень. Оно и сейчас. Уже утро прохладное, дни короче намного. Мой электрик погнал на вторую работу. Я домой. Ну что ж, давайте немного пройдемся, как всегда, до метро. Посмотрим, чем нынче дышит и какая она Москва нынче в субботу. Были походы этим летом тоже, ну, не столько, сколько планировалось. Но тем не менее, на Быковочку. Лодочные были пару раз, кстати. Попытаемся вырваться с Андреем Николаевичем еще. Купил он лодку новую. Ну, качество мне, честно говоря, не очень. Но кто-то хвалит. Лодка «Морской ястреб» виниловая. Да-да. Ну, вроде целая, без заплаток. Завтра 1 сентября. Первый день осени. Линеек в школах не будет. На 2 число. Вот. Что интересно, прочитано было. Родители пускать не будут, да. Родители пускать не будут. Ну, сегодня еще один день отмечен одним событием. 31 августа 86 года в Цеменской бухте Новороссийска. За 8 минут, по-моему, или за 6, утонул пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». Еще называли русский «Титаник». О, дед. Здравствуйте. В следующий раз приезжает с деревни откуда-то, торгует яблоками. Ну, пакет по 100 рублей. Да. Бывали мы тогда с Марио на месте. Там сейчас обелиск стоит на берегу бухты. Соберутся, наверное, и в этот день. Там порядка, очень много народу погибло. Год тогда вообще был, до конец 80-х. Каждый день что-нибудь происходило. Мало того, 86-й год, это что у нас, Чернобыль? Погодка классная сейчас бы. Не знаю, может быть,
на велике. После обеда на пруд смотаться. Водичка еще ничего. Погреться немного. Ну и на эти дни, если получится там по планам, сейчас загадывать дело такое, планируется велопутешествие, что, ну, скорее всего, будет анонсик небольшой. А велопутешествие по Московской области на пару дней. Ну вот так вот мы за разговорами подошли к метро. Тут рядышком. В общем, Саня сейчас на вторую работу. Я домой. Так, ну что ж. Вот, блядь. Картина эта, блядь, она уже везде, везде натыкали их. Так, ну ладно, ладно, друзья. Всем пока. Такое сегодня видео. Желаю всем, как всегда, всяческих благ. Всего самого наилучшего. Всем пока. До будущих видео. А они, надеюсь, скоро будут. Всем пока. Спасибо. Хороших выходных дней.